Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня видео по проекту BabWords. Кто не знает, это проект из серии BabPoints, где можно начинать зарабатывать, конечно же, без вложений. У меня есть на YouTube видео. И, друзья, у меня новости. Мне вчера пришло письмо на почту от админа. BabWords админ. Значит, теперь у них поменялись немножечко правила. Сейчас я все это переведу. И пойдем на Google переводчик. Значит, переводим. Уважаемые пользователи, начиная с сегодняшнего дня, вы будете получать 170 баб за каждого нового прямого реферала, независимо от того, совершает ли реферал покупки или нет. Это означает, что в тот момент, когда вы направите нового пользователя, вам сразу же будет начислено 175 баб. Когда я регистрировалась, там было написано «от пополнения». Я приглашаю партнеров, например, да, мой реферал пополнился, и мне начисляют от суммы его пополнения. Большинство из вас, ребят, отправили билет в службу поддержки с запросом лучшего стимула для прямых рефералов. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, вместо реферальной комиссии в размере 175 баб за каждую покупку реферала на сумму 1 доллар, которая теперь удалена, вы теперь получите 170 баб мгновенно, как только рефералы зарегистрируют учетную запись с вашей реферальной ссылкой. Теперь ваши рефералы не обязаны совершать покупки, чтобы заработать. Как всегда, следуйте двум простым рекомендациям. Не используйте платные подписки для привлечения пользователей. Не создавайте несколько учетных записей. Вот и все, наслаждайтесь. Такое вот, друзья, письмо. То есть мультиаккаунты не создавайте. Одна учетная запись. Ну а теперь давайте посмотрим мои результаты. В общем, у меня сейчас вторая группа. И я рискнула все-таки, друзья. Я закинула сюда 5 долларов. Потому что один пакет стоит 1 доллар. Но депозит 5 долларов. Так, история. История депозитов. Вот, 5 долларов я закинула. Это было 26 числа. Я перешла во вторую группу. Вот, а чего я закинула? Знаете, у меня рефералы иностранцы начали пополняться. Подождите, не туда я. Вот. И думаю, давай-ка я тоже закину. Вот. И у меня пополнились. Кто-то у меня сильно дуже много сюда закинул. Это с Германии я смотрела где-то. Вот. Где-то с Германии мне кто-то закинул. По-моему. Здесь не то, не то. В общем, люди пополняются. И мне капнуло вот BabPoint. Я перешла в первую группу. Зайдя в кабинет, смотрю, у меня первая группа. Вот. Что-то я даже и не вижу, господи. И думаю, дай-ка я тоже пополню. Будь что будет. Пропадут, значит, пропадут. Потому что, ну, тут еще и администратор как бы пишет извещение. Вот. И у меня на данный момент 18 620 BabPoints. Рекламка у меня... Сейчас покажу. Такая вот у меня рекламка теперь появилась. Бонусные BabPoints исчезли, а вот эти вот я просматриваю. Вот. Кто не знает, загружается шкала. Конечно же, можно работать, зарабатывать, начинать абсолютно без вложений. Что я собиралась, ну так, перевертыш. Изначально как бы, но потом я уже передумала. Вот, и буду помаленечку уже как бы придерживаться группы посмотреть.
Вот здесь мы кликаем. Первая группа по 12 центов, 1600 бап-поинтов. Набираем абсолютно без вложений и попадаете в первую группу. А я вот в данный момент уже у меня идет 34 цента в сутки. У меня от 14 тысяч. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Следите за форумом. За форумом, на форуме все новости. И, естественно, там администрация оставляет все новости. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.